проходит? Ты первый новичок нашей команды в нынешнем межсезоне. Как проходит период адаптации? Как ты влился в коллектив? Как тебя приняли? Ну, все отлично. Адаптация, как бы, уже будет все стопали. Я думаю, все будет хорошо. Я многих ребят знаю, поэтому с этим проблем нет. Как тебе работается на сборе? Ну, это сборы. Конечно, после отпуска начинаем входить в работу. Конечно, с нагрузкой, но ничего. Нагрузки небольшие? Нагрузки, ну, я бы не сказал, что большие. Не, в меру все отлично. Ну, конечно, хорошие нагрузки для сборов зимних. Вот ты стал автором первого гола нашей команды на этом сборе. Как работается вообще? Ну, работается хорошо. Погода позволяла работать хорошо. Условия, поля, даже питание, гостиница хорошая. Все прекрасно. А то, что забил первый гол, ну, всегда приятно забивать. Неважно, какой первый, второй. Приятно. Готов забить Атлантасу? Когда? 27-го мы играем. Ну, это не главная задача. Главное показать хорошую игру, помочь выиграть все-таки, а там оно уже само придет. Забью или отдам голевую передачу. Что знаешь об этой команде? Честно, ничего не знаю. Серебряный призер? Я не слежу за другими чемпионатами. Ну, только если за Испанию, за Англию. А за другими чемпионатами не слежу, и я не знаю, ну, эту команду. Как ты думаешь, у тебя есть шанс реально закрепиться сейчас в первой команде? Ну, я думаю, да, все зависит от меня, как я буду показывать себя на поле, как буду работать.